Расскажу вам сегодня про случай из бизнеса, очень интересный. Вкратце, конечно же, расскажу. Однажды, уже несколько лет прошло, к нам пришла девушка и сказала: помогите мне подняться, заработать деньги, а я эти деньги пущу в рекламу и буду дальше очень хорошо развиваться. Хорошо, человек сам вышел на 9%, и мы решили, что раз у нее хорошее, да, нормальное отношение к бизнесу, она сама работает, она была VIP, да, то есть 100 баллов ее и 500 баллов, даже 700 баллов делала ее структура и команда. Она работала с девочками, она проводила им прямые эфиры и так далее. И все было хорошо, все было великолепно, но так получилось, что мы решили: да, давай мы тебе поможем. Мы поступили на тот момент очень сильно плохо, потому что мы запустили под нее контекстную рекламу на покупателей, на бизнес-партнеров и решили, что она быстренько поднимется. И действительно, нам очень хотелось бриллианта в первой линии, и мы это сделали. И прошло уже точно больше 2 лет, врать не люблю, но примерно так. И вы знаете, что получилось? Человек просто начал тратить деньги на свои нужды, открыл директора, начал баловаться. Когда мы сказали: ну слушай, ты достойно зарабатываешь более 50 тысяч, давай мы с тобой вот эти деньги, за счет которых, ну, которые ты зарабатываешь за счет того, что мы под тобой вырастили структуру, ты будешь тратить на рекламу, как мы с тобой и договаривались, чтобы открыть бриллианта. Мы с ней договорились на 10 тысяч рублей в каталог хотя бы, чтобы она тратила на рекламу, на продвижение себя, и надеялись на то, что в скором времени у нас будет бриллиант в первой линии. В итоге человек до такой степени был непродвинутым, недальновидным, не понимал, да, свои возможности, что человек, девушка, да, просто начала тратить эти деньги на свои какие-то нужды, еще что-то, да, то есть вместо того, чтобы их инвестировать в бизнес, ведь они пришли тебе просто так, за счет трудов, да, за счет трудов, пришли просто так, она их начала инвестировать в себя, в любимую и так далее, начала баловаться, тратить, и мы это поняли, что она ничего не хочет, и просто ушли в те веточки, где действительно люди рекрутируют, работают, развиваются, работают со структурой, командой, и эти веточки уже давным-давно все директорские, по 10, по 20, по 30 тысяч баллов, а это веточка у нас осталась на 12%, да, то есть с уровня старшего директора этот человек упал на 12%. Почему так получилось? Во-первых, мы начали помогать человеку, и у человека пропало желание работать, пропало желание обучаться, развиваться. Зачем, если ей так идут деньги? И нам пришлось вести ее структуре, команде, вебинары, прямые эфиры и так далее. Потом, значит, человек просто... Получилось так, что у нее получился перекос, она осталась без отрыва, да, то есть, ну, я думаю, что Бог видит, кого обидеть, да, как говорится, тоже так интересно получилось, она начала психовать, ругаться на меня, что она больше не получает тех денег, которые получала, она к ним привыкла, она привыкла на халяву, мы ей отписали, что... Ну, лично я отписала, что я тебе не муж, чтобы тебя содержать, работать за тебя, чтобы ты только деньги получала. Говорю, прости, говорю, что делать? И я сделала акцент на 2 лидеров под ней, и эти лидеры сейчас: одна золотой директор, а вторая серебряный директор с 3000 баллов в бок, да, то есть очень хороший доход у обеих лидеров, у обеих директрис, одна драгоценная, другая серебряная, да, то есть и... Она сейчас сидит и просто наблюдает за теми, кто у нее растет, и еще и начала с ними ругаться. То есть человек был абсолютно самостоятельный, обратилась к нам с просьбой, и нет бы мы под ней просто построили одну ветку, да, чтобы она понимала, что в бок нужно отстраиваться самой, мы сыграли сами с ней злую шутку и решили ей помочь, и начали заваливать ее регистрациями в первую линию. Ну вот по истечению 2 лет человек, да, то есть на 9%. Так, ну, она на 23, то есть, но у нее 600 баллов в бок и от двух веток, да, нет, не от двух веток, а от одной ветки, в которой есть рубин и серебро, ой, золото и серебро, господи, заговариваюсь, да. Мораль такова: если вам помогает наставник, то нужно это ценить, продолжать это, а не закапывать и убивать, да, то есть на самом деле она сейчас могла бы открыть бриллианта, но просто вот забаловалась, просто не захотела, и так получилось, что она... На самом деле, ну, сделала плохо себе, но обвиняет это во всем меня. Начала рассказывать, что вот такая Кононова, вот она так со мной поступила плохо. С одной стороны, да, я поступила плохо, помогла человеку, но с другой стороны, эти деньги, которые ей пришли просто так, она должна была вложить в бизнес по нашему с ней договору. И буквально сегодня я опять получила от нее гневное письмо, что она больше так не может, и она хочет уйти в другую компанию. Ну, я ей написала, что если тут ты не можешь работать, то с катертью дорога, что я еще могу поделать.
под тобой сейчас огромная структура и команда, и я не могу ничего поделать с тем, что тебе работать лень. То есть человек действительно выбрал путь поругаться, пообвинять кого-то, но на самом деле самый мудрый путь – это обратиться к себе и быть лучше себя вчерашнего, а не сравнивать себя с кем-то. Вот, поэтому берегите себя, берегите свой бюджет, свой доход и никогда не бросайте команду, если она еще не состоялась, и никогда не делайте так, чтобы у вас что-то началось и быстренько закончилось. Всегда доводите дело до конца, всегда слушайте наставника, тем более, если он заинтересован в вашем высоком статусе, и все у вас будет хорошо. Не останавливайтесь на достигнутом, не думайте, что все берется на халяву и просто так. Только когда мы трудимся, у нас появляется энергия роста, которая перерастает в энергию изобилия. И когда ты работаешь, не покладая рук, не смотришь по сторонам, куда бы еще сбегать, да, то в какую-то другую хай-пирамиду, сетевую компанию, да, то есть какой-то бизнес, какие-то инвестиции и так далее, пока ты не будешь твердо стоять на ногах, просто не нужно никуда бегать, не нужно ждать манны свыше, да, халявы свыше. Ничего этого не нужно ждать, нужно просто трудиться, работать, зарабатывать и понимать, что когда вы вырастите под собой 2 директора, 3 директора, 10 директоров, 20 директоров, 30 директоров, да, эти директора будут приносить вам пассивный доход. И вы будете счастливы, что эти люди сами самостоятельно работают со структурой и командой. И вы будете счастливы, что эти лидеры действительно крутые девчонки, которые когда-то с помощью вас карабкались наверх, но в итоге нам им повезло быть умничками и самим. И вы хоть маленькую, но частичку в их успехе занимаете, вот, что вы соединили их с компанией, что вы рассказали им маркетинг-план, что вы им дали работающие методы роста, что на первом этапе вы регистрировали под них людей, и они поняли, что тут все реально, и выросли, и начали работать и зарабатывать. Вот такая вот история, как вы думаете? Как вы думаете? Вообще вот, как вам кажется, правильно я поступила? Или все-таки нужно было пожалеть, дать второй шанс и так далее? Но я бы, наверное, может быть, и пожалела, и дала бы второй шанс. Но прикол-то в том, что человек, ну, реально ругался, угрожал, там, вытворял всякие непонятные вещи, не хотел, да, по-хорошему, потому что привык, и он считал, что это его по праву. А на самом деле он, ну, грубо выражаясь, просрал все свои возможности, потому что был слишком жадный и нетерпеливый. Вот это мое мнение.